Всем привет, друзья! Это вторая такая рандомная серия по Ultimate Team. Сейчас мы будем заниматься моей командой. Порадую и скажу, что приобрел себе еще один геймпадовский джойстик Xbox-овский. Основной геймпад полетел, с которого я проходил всю карьеру. И вот приобрел второй. Кстати, сейчас очень большие скидки на геймпады Xbox-овские. И, кстати, если вообще кто-нибудь когда ищет какой-то себе геймпад купить, прям денег не жалейте, идите покупайтесь этот самый Xbox-овский джойстик и не парьтесь. Но не берите, если для компьютера будете использовать, берите именно проводной USB-шный. Беспроводной можно, но дороже выйдет, во-первых, потому что нужен будет ресивер купить, то есть он просто так не вставляется в этот самый, в компьютер. Нужно будет ресивер на этот геймпад купить, и тогда вы сможете играть на беспроводном. Но проще купить, как я, вот, например, купил просто. Вот у меня Xbox, а я на беспроводном играю. А вот для компьютера себе, так сказать, второй приобрел. То есть, а вдруг, да, там кто-нибудь придет с кем-нибудь вдвоем поиграть в Xbox, там, не знаю, Mortal Kombat какой-нибудь. Вот, то есть я это из компьютера вытыкну, воткну в Xbox просто, да и все, вот так вот сделаю. Вот. И, собственно, очень выгодно, джойстики надежные, и всем советую. Так, это мой состав Ultimate Team. Вот недавно 7 Мюллерок приобрел на правый фланг. Недавно, кстати, вот жалко не стал оттуда записывать. Сейчас я вам покажу, наверное. Вот он, сетевой турнир. Вот он, да, Champion Shield. Здесь был матч у меня уже, видите, 2-0. Обалденный матч. Я с таким, ну, я вам только что свой состав показывал. Он как бы не блещет звездами вообще. И этим составом я выиграл у такого состава. Там такой состав. Ну, это просто дикость. И 2-0. Обалдеть. Я попробую поискать. Почему я не начал после первой серии продолжать писать вот по Ultimate Team? Вот именно вот по этому поводу, потому что очень долгий поиск соперников. Соперников находит. Вообще как-то на ПК я смотрю, очень мало стало играть в FIFA. И вот у меня друг сидит на у него PlayStation и играет 14 FIFA. И там вообще просто сразу нажал, сразу нашло. То есть людей на консолях играют в такие игры, ну, блин, прям сезонами, годами, не знаю. А на ПК я заметил такую вещь, что, вот, видите, уже поиск долго идет. То есть не очень много народу сидит на ПК, все перебрались на консоли. Тем более, когда я пошел покупать джойстик Xbox-овский, когда я зашел, увидел цены, сколько сейчас обычный 360 Xbox стоит. Ну, это уже даже там с готовыми играми, прошитые все дела, ну, уже очень сильно сбросили цену. То есть сейчас, если у вас там, не знаю, слабый компьютер, проще вот так вот купить себе 360 Xbox и сидеть на нем играть. Вот, я, например, на своем 360 я вообще очень редко за него сажусь. И в основном только когда мне делать нечего, я, не знаю, там в GTA какой-нибудь пятую бегаю, какой-нибудь убиваю. Хотя там тоже читеров такое количество. Ну давай, пожалуйста, дойди мне кого-нибудь. Я уже вперед хочу пройти. 2-0 победил, такой состав у него был. Ребят, такой состав. Это просто опупеть. Я уж думал, сразу я вышел на поле, я думал, все, сейчас. Он как-то давить стал. Самое интересное, сейчас вот эти вот люди, которые любят забегать по флангам, он просто по флангу втопил. Мои все футболисты, конечно, очень медленные. Ну, хотя сейчас, смотрите, у меня Юнг на левом фланге с неплохой скоростью, и на правом сейчас Мюллер. Нам нашли кого-то. Нам кого-то нашли. Депортиво. У него флаг был. Ну, я возьму, он пусть беленький будет, я желтенький буду. Сейчас мы посмотрим. Каскад, какой-то каскад. Главное, парень не вли... Ого, у него там... Ого, рейтинг, смотрите. Ух ты, ё! Тоже нехило. Ну вот, приблизительно с таким я уже играл. Надеюсь на победу. Состав, как видите, у меня не очень. И, ну, с покупкой Мюллера только что я... Ой, я потратился, конечно, но... Надо увеличивать состав. Ну, блин, с моими инвалидами. Извините меня, выиграть у таких составов.
сложный матч будет. Блин, вы видели, какой там составчик у этого парня. А у меня, блин... Я вообще туда зайти не могу. Так, надо не забывать, что у меня теперь справа Мюллер появился. То есть у меня усилились фланги. Отлично. Вот он, Мюллер. Ух ты, ё, как принял Тигова. Ой-ой-ой, врезался. Ну я не виновата, он сама. Не виновата я. Джоди Альба. Смотрите, ну это пипец. Иско, блин, реаловский. Сусафета, Педро. Ну это пипец вообще. Ну это что такое-то? Вообще, он меня раскатал там, я не знаю, 10 раз. Можно было карточку давать. Кстати, в том матче, в котором я выиграл, парень жестко там получил желтуху. Твою мать! Смотрите, ну смотрите, Диего. И побежал. Хрен тебе. Бить будет! Кто это такой был-то там у него? Неплохой, да, составчик? Мне б такой. Офигеть, он меня перебежал. Мюллер. Мне не получилось. Кстати, издевается. Габулов на воротах, между прочим, у него. Это он просто, наверное, так потроллить решил. Такой состав в основу поставил. И на ворота Габулова. Джоди Альба. Зарита. Неплохой такой пасик в офсайд дал, конечно. Да, это будет сложно. Как у Педро. Да, мне кроме Мюллера пока похвастаться, наверное, да и неким. Я как-то туплю. Лукаку выходит. Да выбей ты его, во. Блин, сложный парень. Не тем то, что сложно, а все игроки быстрые. Кого бы я бы не брал из них. Все, блин, засранцы. Ух ты, я на шпаг... Ушло. Как от меня. Мадафака! Тихо. Ну вот видите, все, Педро, все. Кого не беру. Все ублюдки быстрые. Хорошо! Блин, не прошло. Там выход такой получился бы. Вот сейчас. Юнг, беги. Это мой золотой Юнг. Нет, и Рональдо. Ну, ребят. Что он там делал, я не знаю. У него вообще странная расстановка. Может быть, у него расстановка вообще с самых быстрых там футболистов добрал там. Мюллер. Тихо. Не, я не туда хотел. Зачем ты офсайд забежал? Я тебя туда не просил забегать. Саэта, Дени Альвес. Ну, вообще, просто страшно мне смотреть на эти все фамилии. Лукако, Сусаэта. Вратарь на месте. Ух. Мне победить. Хотя бы этот того прошел.
сейчас мне его не разобрать никак он. Блин, назад. Пепе, Рональдо. Почему у него Рональдо в защите? Тихо, Йонг, Йонг, Йонг. Осторожно, не ошибаться. Вот он, вот он, вот он. У тебя-то Пепе, Пепе, сраный Пепе. У него там, я не знаю, показатели защиты, я не знаю, зашкаливают. Реаловский ублюдок. Коч. Обманул его. Обманул второго. Вау, подкат. Педро. Аня, ну, вратарь, красавчик, люблю тебя вообще. Супер-пуперский. Хоть он, у него показатель не лучший, но стоит он у меня, я не знаю, почему-то очень хорошо. Носа, носа, блядь, никто не убежит. Вот он, Габулов. На ворота. Ну, понятно. Я знаю, почему он его поставил. Наверное, для того, чтобы... Типа с тем, что до ворот вообще никто не доберется с таким составом. Да, зараза-рата. Бол. Да. А вообще просто... Как стартанул, так и убежал. Надул. Еще один. Сейчас засвистит, наверное, 45-я минута уже. Есть, отлично. Так, ну только второй тайм меня спасать. Как-то, я не знаю. Не, вратарь у меня какой-то хороший, хоть такой вообще, со слабыми показателями, но, блин, хороший мне нравится. Ну, вообще, ударов, вся игра в мои ворота. Что-то, наверное, он заметки какие-то делает там. Я сейчас тоже переключусь, все-таки пойду либо в центр играть, либо, ну, а что мне терять уже, либо в центр идти, в нападение идти этими крабами. А, заменки Педро, Леннон, Инсига, ну, наверное, пожалел. Выпустил послабей. Будем прессинг играть. М-да. Вратарь. Подла. Подла. 2-0. Зря я выпускал на него вратаря, надо было ждать. Хотя бы он тогда пробил, блин, что там говорить-то. Ну тут уже чувствуется состав. Не просто тупо скорости перед ними. Он их, смотрите, как расставил по скорости. Бам. Ну, он тупо туда не ускоряется. Рональдо, конечно, быстрее там оказался. Рональдо в защите, это интересно. Супер быстрый защитник. Замечательно. Пошел вон. Да, давай этого Рональда, ага. Обгоню его 10 раз.
Состав по скорости разгона неплохо. Да. Ой-ой-ой. Наверное, там интернет подлагал. Всего один удар я провел. Сильнее надо было. Блин, а вот сейчас бы пас прошел, был бы вообще супер сейзи. Красная жопа. Ох ты, ё, перекинул. Вратарь, красавчик. О-о-о! Ну как от него убегать? Просто сзади обогнал. Не. Все четыре в линию обогнали. Сложно, сложно. Гаденыши. Упс, что-то я фигню заметил. Жал, контратаки нет. С контратаками исключенными может быть, но хоть... Ого, уже тут. Не, Рональдо. Третий гол у него. Но для него это сейчас этот матч, конечно, изи. Смотрите, ошибка, ну блин. Бывает. Да уйди нафиг своими красными ублюдками. Почти, если бы обогнал, я пробил. Побежал. Я не туда побежал. Давай, пока никто не видит. Офигеть, офсайд. Ну ничего, нам тоже когда-нибудь такие попадутся. Не быстрые. Беги, сволочь, беги. Ого. Я вот так. Вот так. Вратарь! Офигеть, вот это момент еще был. Вовремя я вытащил вратаря вперед. Тихо. Куда его нафиг? Леннона, вот я не знаю, кто такой Леннон. Не знаю такого футболиста вообще. Да что так распасовал? О, прям на него отдал обратно. Ой-ой-ой-ой.
Да, моя, чувствуете, да, скорость моя, как я начинаю разгоняться и как... И вообще... Так. Пипец. Да. Но тот матч был лучше. Эх. Проиграли мы турнир. Кто тут у меня самый Кох сыграл? Печально. Ну, чуть-чуть получил своих наград. Коэффициенты можем посмотреть. Идемте далее. Попробуем сейчас кого-то сезона вытащить. Попробуем сетевой онлайн сезон. Может быть, кого-нибудь найдем, а? Блин, контракт закончился, у меня нету больше этих контрактов. Кончились. Вот это пипец. Есть. Делаем вот так. Подключим. Ту-ту-ту. Давай, найди мне соперника. Только послабее соперника, не как Рональды всякие. Набор скоростных ублюдков. И... Ну плохо, да, блин. Ищет плохо. Ну хоть кого-нибудь. Хоть что-нибудь. Вот из-за этого приходится заходить. О, нашел что-то. Он нашел что-то. Я буду в такой форме. Тобль какой-то. Ну, подтверждай, или что-то там настраиваешь. Ого, тоже нехило. Ух, ё, Ван Перс. Ой-ой-ой-ой-ой. Чех ворот. Ох-ох-ох-ох. Это будет тоже жесткое избиение, я чувствую. Но будем пробовать. Да. Ну, поехали. Надо отыграться как-нибудь. Это сезонный матч. То есть мне здесь надо, в принципе, либо в ничью вот этот, если я сыграю матч, и потом еще один в ничью, то сезоны, по-моему, я выйду. Хотя бы бронзу какую-нибудь, серебро какое-нибудь попасть. Сейчас посмотрим, как он вообще играет. Или он тоже любитель позабегать. Тихо-тихо-тихо. Я уже к этому составу, в принципе, привык. Но, блин, мне побыстрее, поскоростнее игроков. Они мне деревянные, как я не знаю. Ван Перси. Ну, это побежит. Ударил, я ударил по чеху. Ну, я скажу, что он играет слабее, чем тот. Вроде бы. Пока еще не понял. Ну, по крайней мере, у него нету столько скоростных игроков, как у того. Вау!
сильно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Жестко играть назад. Вот это хорошо сейчас. Обыгрываю одного, второго, бежать! Хорошо, все, отлично. Он не техничный, я вижу, что он не техничный парень. Вау, а это красную показать, как вообще? На тебе на ближний угол, чех. Конечно, вытащишь. Ах ты, ёлы-палы, я бы ударил. Ох! Еще по чеху. Сжиманули, да? Думаю, ему понравилось. Крученым ником сейчас. Вот. Вот. А я там затанцевал. Надо было бежать. Но неплохо, неплохо. Я думаю, он уже... Пукан у него уже горит. Попался, да, думаю, сейчас. Ой, нубик какой-нибудь. Вообще неповоротливый этот, блин, центральный. Отдай мяч. Подольский, офигеть. Диего Коста. Вау, сам от него чуть не упал. Что там происходит? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хорошо, ну так. Перевел-то вообще красивенько так. Беги, сволочь! Офсайда нет. О, это я думал по своим воротам лупит. На! Блин, мимо. А у меня нету таких игроков, которые прям вот от сильных, что-то Халка какого-нибудь хотя бы купить, не знаю, там. Чтобы лупасить. Сдалека. Ван Перси. Мне бы Ван Перси. Дольский. Они меня не бегают. А-а-а! Хрен. Ну что ты смотришь? Пропускай давай. Хорошо. Вообще хорошо. Вообще ему в голову попал. Блин, блин, гол! Да! Чеха пробили. Это было просто потрясающе. Надо повтор смотреть. Раз, два, бац, бац. 1-0, 1-0, 1-0. Все, разозлился парень. О-о-о, красную давай. Давай-давай красную, красную давай. Не жалей карточек, судья. Чего? Предупреждение? Ну ни хрена себе. Нет. Коч. 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 Куда ж ты, коч? Толкайся уж, коч. Да не догонишь ты его. Ван Перси. А я буду атаку продолжать. Мюллер.
Новая моя покупка. Мюллер. Хорошо. Дальше продолжить, да? Нет, надо было сильнее лупануть. Ну нет у меня такого игрока, который пробьет оттуда. Обосрал ему атаку. Хорошо. Отлично, первый тайм вообще провел. Красавчики. Устал. Блин, а мименитникова. Не буду я пока, потом заменки замучу. Подольские. О, 1-1. Ван Перси. Хорошо нам знаком по нашей карьере FIFA. Его я тоже купил. Парень тоже агрессивно начинает себя проявлять. Опа. Опа. Кто еще передо мной упадет? Мюллер! Ну же, прыгай, засранец, беги! Назад отступать. Отлично. Хорошо. Ну чё ты не открылся? Ну чё ты там закрытый-то стоишь? Ты, ё-моё, в центр встань. Сайт. Блин, ну чё, так они обрабатывают у меня медленно мяч. Инвалиды сраные. Ага, убежишь тут от них. Ну почему? Замены. Замены. Может быть, меня спасут. Я, может быть, и вытащу этот матч. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Попробуем. Тихо. Гель бежит. Я вот такими инвалидами еще играю в дриблинге, вы представляете? Вот это да! А у меня нет таких футболистов.
Ну, еще смотреть будет, да? И смотрит она на мои замены. Несчастные. Какой матч, какой матч? Поддержка в центральной зоне вообще как-то фуфло какое-то. Как увидел, как увидел. И как мне его пробивать, этого чеха сраного. Такими инвалидами. Руки, руки, руки. Да. Лес, лес, неповоротливый. Рамирес. За балет у нее еще есть, нихера. Ну как? Я впереди у него стоял. Нихера. Давай-ка красную. Да, ребят, не знаю. Подать бы правильно. Да твою ж мать, а! Вратарь! Где мяч-то, ё-моё? А чё ты мяч потерял немножко? Какой ужас. Не, интересно, но, блин, сложно. Какой момент! Что ж я сделал-то, а? Зачем это сделал? Ну, 90-е, я уже тут хрен что сделаю. Ну да. Но это было интересно, согласитесь. Все-таки All-Star'ы затащили. Че не скажи, конечно, но золотые карточки все-таки решают под конец. Хотя, если бы, может быть, ушел в защиту полную, ну, там тоже глухо было бы все. 2-1. 0 очков дали. А мне надо 2 очка получить. Чуть-чуть не получил, но в целом, вот такая у нас серия. Возможно, будут еще выходить, но я думаю, точно будут еще у нас выходить серии по Ultimate Team. Но, видите, к сожалению, игроков сложно, блин, искать. Соперников. Попадаются либо слишком сильно, либо я не знаю как. Ну, увидимся уже в следующем Ultimate Team серии. Пока-пока.